Всем привет! Я, как и обещал, начинаю серию видео о статах. Да, сегодня будет, наверное, самый интересный стат – это PvP-мощь. В принципе, сейчас мы быстренько пробежимся по всем статам, которые будут, и начнем именно разбирать саму PvP-мощь, в принципе, как она работает. То есть по статам то, что будет рассматриваться, это атака, ОЗ, физзащита, маг-защита, да, PvP-мощь, естественно. Дальше что у нас будет? Крит, парирование, уклонение, прочность, смертоносность, плюс урон, минус урон, бонус скорости, доп. Урон, иммунитет, ну, броня дракона и дыхание дракона, они будут параллельно идти вместе с разбором всех статов. В принципе, я думаю, что это будут все статы. Если какие-то статы я упустил, то вы напишите, то есть в комментариях. Так, сам вопрос о PvP-мощи. В принципе, почему ее стоит, не стоит качать и что она дает. И в дальнейшем я буду о каждом стате, то есть я буду рассказывать, что это за стат, что он дает и как его прокачать. Все максимальные возможные пути прокачки данного стата. То есть также будет сейчас у PvP-мощи, это как первый пробный пилотный вариант. В принципе, значит, PvP-мощь, вот, она как работает? Суть в чем? Есть PvP-мощь двух противников, то есть ваша и оппонента. То есть она работает как, ну, в любых боях, то есть есть массовый бой, и независимо при количестве противников считается PvP-мощь именно во время боя, то есть когда два персонажа сражаются, либо вас кто-то бьет, либо вы кто-то бьет, и идет сочетание, не сочетание, а как вот соревнование параллельное именно ваших персонажей и также ваших PvP-мощей. В чем суть? Соотношение мощи, тот человек, у кого PvP мощь больше, получает бонус к статам. Ну как к статам? К атаке, да, и к защите. В принципе, к общему урону, скажем так, да, и к общей защите. Пропорционально. То есть, если, к примеру, у вас 3000 мощи, у противника 2000 мощи, то у него в полтора раза меньше мощь. То есть, вы будете получать примерно плюс 30%. Я буду говорить примерно в процентах. Почему? Потому что, ну, как точно я не буду высчитывать на калькуляторе сейчас сидеть там, например. Идет соотношение, то есть берется разница мощей, и эта разница берется в процентном соотношении от большего количества. То есть, к примеру, если там у вас 1000 мощей, у противника 800 мощей, да, то у вас 200 мощи разница. 200 мощи от 1000, от вашей, это будет 20%. В принципе, это один из многих вариантов по тестированию, по именно работе мощи. Почему? Потому что вариантов есть множество. Официально разработчики не подтвердили ни одного из. Но в скором будущем они обещали выложить, ну, то есть был разговор, и они обещали выложить все-таки правильную, стопроцентную механику, но вот отталкиваясь от тестов, то, что мы натестировали, это вот есть соотношение двух персонажей PvP мощи, у кого больше, тот получает, соответственно, в процентном соотношении больше урон и больше защиту, он получает как баф. Далее этот баф, да, он умножается драконом. Вот есть дракон лета, да, и у него есть вот PvP мощь плюс 550%. Это не сама мощь умножается, а умножается баф получен. То есть, в принципе, если, например, вот там 300 мощи, да, PvP у Люцифера, и примерно, скажем, там 3500 мощи у Милда. Ну, грубо говоря, я не знаю, сколько там у него, но грубо говоря. То есть у Милда на 200 PvP мощи больше. И вот дальше эти 200 PvP мощи, это примерно чуть меньше, там, ну, там 7%, да, он получает бонус, плюс 7% к урону и к защите. Дальше дракон, у него максимальный 200 уровень, 4 звезды, он дает плюс 670%, то есть в 6,7 раза умножается. К примеру, там сколько мы говорили? Ну, грубо говоря, 7 возьмем процентов, да, не 6,7, просто чтобы проще округлить, и 7% бонус. В итоге он ключ будет получать плюс 49% к атаке и защите, соответственно. Вот. Так именно схема работает. То есть изначально берется разница в мощи, получаете баф, а в дальнейшем этот баф дает вам умножение от дракона.
У нас же написано вот в описании, да, эффект увеличения ПВП мощин. Но это ошибка локализации на самом деле в английской версии. И также если брать перевод с китайской, то там идет описание увеличения ПВП эффекта. Не ПВП мощи, а ПВП эффекта. То есть именно самого бафа, который образуется. Теперь же мы рассмотрим, в принципе, пути добычи ПВП мощи. Ну, в принципе, то, что ПВП мощь — это один из самых основных статов, который обязательно нужно повышать максимально, это однозначно. То есть вы можете иметь суперские статы, но у вас не будет ПВП мощи, в итоге противник, у которого будет много ПВП мощи, будет от вас защищен, а также дополнительно будет наносить еще и урон. Значит, первые возможные пути — это титулы. Все разнообразные титулы, да. Чем выше VIP, тем больше титула вы можете себе поставить. И все титулы, как вы видите, максимально идут на PvP мощь. Максимально. Вот. Так, дальше что у нас? У нас есть свадебное кольцо. Да, здесь можно вот PvP мощь 240, по-моему, на 240 оно остановилось. Там просто идут прорывы каждых 10 левелов, да. И там можно тоже PvP мощь набирать. Дальше есть магическое кольцо. Здесь, соответственно, при сборе ресурсов вы получаете уровни, за которые получаете PvP мощь. И также каждые 10 левелов у вас есть прорыв плюс 10 PvP мощи. То есть, в принципе, очень хороший. И звездное повышение, естественно. Также звездное повышение идет в PvP мощь. Да. Так, дальше. Где мы можем взять еще PvP мощь? ПВП мощь мы можем взять в камнях, да? Вот эти вот именно персонаж, вот эти вот 30 камней, соответственно, поднимая их все до определенного уровня, все до 4, все до 5, все до 6, до 7, до 8, до 9 и до 10, поднимая их все максимально до одного уровня, повышаете ПВП мощь. Вот. От звездности, да, вот сейчас дает плюс 200 ПВП мощи за все десятки. Также не обязательно держать эти камни всегда здесь для получения бонуса. Достаточно один раз одеть все десятые камни, получить бонус, и также можно их снимать. Смотрим дальше, что у нас есть. Можно получать ПВП мощь за стадии, вот за созвездия. За каждое созвездие можно получать плюс 5 ПВП мощи, когда активируете все созвездие. Есть вот куча созвездий, да, если вы только начинаете. За каждое созвездие вы получите плюс 5 ПВП мощи. Дальше, за звездное повышение этих же созвездий тоже можно получать ПВП мощи. Соответственно, вот 145 ПВП мощи за полное звездное повышение можно получить. Дальше можно еще получать за общий средний уровень, да, то есть не средний, а минимальный, общий минимальный уровень, то есть драконов, вот сейчас это 125, это плюс 50, в принципе до 200. Каждые 5 уровней можно получать плюс 2 ПВП мощи. Также за звездные уровни можно получать ПВП мощи. Следующий уровень 4 звезды, это плюс 90 ПВП мощи. В скором времени будут драконы еще 5-го, 5 звезд, но у нас пока их еще нет. Так. А дальше, дальше, дальше. Где-то еще была ПВП мощь. Вот, да. За общий уровень вещей, да, вот, за усиление вещей также получаете ПВП мощь. Я не помню конкретно, по-моему, или 100, 200, 300 или, ну, честно, не помню, какие уровни должны быть, но в принципе можно также получить 40 ПВП мощи вот здесь. Смотрим еще на новых вещах, вот такие ПВП снаряжения, также можно получать ПВП мощь за сет, да, вот за красные плюс 60, за желтые 2 плюс 40, там, по-моему, еще меньше, в принципе, и за больше всего за красные 2 можно получить 200 ПВП мощи, собрав полностью сет из 3 наборов, да. Вот, дальше ПВП мощь можно получить вот здесь вот, улучшая музыкальное оружие плюс 2 за каждый уровень, всего их 8 уровней музыкального оружия, то есть вот плюс 16 ПВП мощи. Также есть ПВП мощь. Ага,
Здесь нет, видите, я ошибся. Смотрите, ПВП мощь есть в следах. Вот здесь вот плюс 20 ПВП мощи. Да. И также есть вот в снаряжении. Здесь тоже плюс 10 ПВП мощи. Смотрим дальше, что у нас есть. Дальше в богинях, в артефактах можно прокачивать вот снаряжение, артефакты Одина, да, которые вот дают плюс 30 ПВП мощи. Если у вас святыня на 4 слота, то есть вы получаете также еще бонус. Они дают по плюс 20, но за счет того, что есть бонус, вот так вот можно посмотреть. Сейчас, да, вот, они дают плюс 20, но за счет того, что собран комплект из 4, бонус эффекта духовного навыка плюс 50%, то бишь вы получаете плюс 30 ПВП мощи за полный комплект из 4 артефактов, вы получите 120 ПВП мощи, да. Так можно собрать в размещении, можно собрать на персонаже, можно собрать в экзо, в принципе, кто как хочет. Вот. Дальше, что у нас по ПВП мощи? Даже не знаю. По-моему, практически все сказал. Все возможные варианты добычи ПВП мощи. Если я не ошибаюсь, по-моему, как бы все. Лично я, сейчас не придет мне в голову какие-то еще возможные пути добычи ПВП мощи. Трансформация. А в трансформации, увеличивая общий левел навыков, да, вы получаете вот бонус ПВП мощи плюс 5% и так далее. Вот. И все, я думаю, это все возможные пути добычи ПВП мощи. В принципе, то есть, чтобы подрезюмируем. ПВП мощь очень важный стат, его обязательно нужно прокачивать, чем больше, тем лучше. Изначально идет взаимоотношение вашей ПВП мощи, ПВП мощи противника, и тот, у кого больше ПВП мощь, соответственно, в процентном соотношении от количества получает бонус, который умножается на бонус вашего дракона лета. Все. Это основное, это просто азы, скажем так, то есть первое. Но, в принципе, это не 100% информация, это информация та, которая получилась путем тестирования между персонажами. Почему? Потому что именно от разработчиков именно полного описания нет. И мы его ждем, вот они обещали дать, в принципе, я думаю, что там не сильно информация будет отличаться от той, которую я даю вам. Все, это первое видео, дальше будет еще больше. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.